Привет всем, дорогие друзья и мои подписчики! Сегодня мы с вами приготовим голубцы по-одесски. Для этого нам понадобится самый небольшой ассортимент продуктов, из которых мы приготовим вкуснейшие одесские голубцы. Для этого нам понадобится фарш свино-говяжий в соотношении 50 на 50, лук-морковь, рис, томат-паста и капуста. В первую очередь мы начинаем с капусты. У капусты надо полностью достать сердцевину. Предварительно мы на огонь ставим воду с добавлением грамм 10 соли на 1 литр воды. Вот таким вот образом достаем. Все это начинает сразу расходиться. И переходим сразу же к воде. Перед тем, как опускать в воду нашу капусту, мы добавляем 9% столовый уксус. 100 грамм на 1 литр воды. Далее опускаем нашу капусту, для того, чтобы она размякла. И обязательно накрываем крышкой. Уксус нам поможет сделать капусту более хрустящей и твердой, чтобы она не разварилась в воде. Пока варится наша капуста, кстати, могу дать совет вам по поводу капусты. Вы можете использовать квашеную капусту, еще ее называют крыжалка. Лучок мы нарежем соломкой, а точнее полпорциями. Благодаря капусте крыжалки вам не обязательно нужно будет ставить на огонь, варить ее. Вы просто сразу можете приступить к приготовлению пассеровки и заправки нашего мяса. Постепенно капуста размягчается, и мы можем отделить наши листики от целого кочана. Снимаем их и опускаем в воду. Обратно накрываем крышкой и даем вариться до тех пор, пока наша капуста не станет более мягкой. Нам понадобилось 200 грамм лука репчатого и 200 грамм чищенной морковки на 600 грамм свино-говяжьего фарша. Для фарша лучше выбирать более жирную свинину, а говядину менее. Отправляем наш лук и морковь жариться на сковороду. Жарим на среднем огне до полуготовности. После 15 минут жарки половину нашей пассеровки лука и моркови отправляем к мясному фаршу, а половина в отдельную тарелочку, что послужит соусом для наших голубцов. Отправляем 120 грамм промытого риса в наш фарш. Далее нам надо его посолить, поперчить, тщательно перемешать и отправлять в капусту. Все, готовый фарш отставляем и начинаем подготавливать капусту. Подготавливая капусту, срезаем внутреннюю часть, которая самая плотная. Обратите внимание, твердая и практически непробиваемая. Нам понадобятся вот такие вот листочки, которые мы будем заправлять такое количество фарша и закручивать в голубцы. Подворачиваем края и получаем готовый голубец. Варить капусту я вам не скажу, сколько нужно по времени, так как разных сортов капуста варится по-разному. У меня была белокочанная капуста, причем старая, она варилась около 50 минут. Продолжаем дальше. В
большого казанчика опускаем обязательно, делаем простилку из капусты, на которую мы ставим наши голубцы. И потом только заливаем готовой пассеровкой, которую сейчас мы будем ставить на огонь. Заливаем оставшуюся пассеровку. 20-30 грамм томат пасты. Тщательно ее обжариваем, добавляем сахара, грамм 15 сахара. Все это тщательно обжариваем. Добавляем 400 грамм воды. Если у вас есть говяжий бульон, то обязательно дайте его. Добавим 3 листика лаврового листа. Соли. И душистый горошек. Как только закипает наша масса, сразу же добавляем голубцы и ставим на медленный огонь томиться. Готовую закипевшую массу добавляем наши голубцы. Ставим на 1,5 часа на медленный огонь. На очень медленный, прям как холодец варить. И обязательно накрываем крышкой. Подаем наши сумасшедшие вкусные голубцы со сметанкой или с домашними сливками. Чуть-чуть соуса, чуть-чуть пассеровки. И вкус нереально неповторимый. Я желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал и делайте правильные голубцы. Всем пока-пока.